Всем привет! Мы продолжаем играть в Mount & Blade TLD. И сейчас я на пороге дилеммы. У нас здесь драка 43 против 77. Но при этом, если я присоединюсь, то есть будет еще 48. Итого будет, грубо говоря, почти поровну. Давайте попробуем. В любом случае, что-то делать с этим нужно. Войско это, которое бегает просто рядом, очень сильно раздражает. Они не дают нам ничего сделать. Это просто войско без команды, без какого-то командования. Просто войско бегает. Это очень сильно раздражает и не дает мне сражаться с ними нормально. Сейчас попробуем с вами хоть что-то. Так, мы получили 23 уровень, что уже неплохо. Так, и нет, я не смог выбраться. И 23. Хорошо. Осталось 46 их. Очень неплохо. То есть... Со временем есть шансы убить всех. Еще одно войско бегает. И у нас основная проблема, опять же, в очках снабжений. Конный лучник. Хорошо. И мы получили с вами также уровень. И закинем мы его... Давайте убеждение... Перевязывание ран. Верховая езда. Мощный выстрел. Живучесть. Мы с вами его закинем в первую помощь. Тут мы возьмем с вами ловкость. И двуручное оружие. Хорошо. Готово. Почему я не закидываю в харизму? Потому что отряд побольше мне не имеет смысла. То есть, если я возьму даже больше отряд, он просто будет для меня очень сильно ущербен по вопросу прокормки, так сказать. А меньше отряд я уже брать не буду в любом случае. Но, как видите, когда играешь все-таки против армии на открытой местности, очень важно, чтобы ты мог хоть что-то сделать противнику. Да, тебя чаще всего убивают, но лучше уже так, чем, в принципе, ты будешь сидеть сбоку и смотреть на это все. Так, мы с вами отправляемся в северный лагерь. Там мы тоже соберем... кого-нибудь, и после этого уже будем смотреть, что делать дальше. Возможно, опять же поедем атаковать противника. Прекрасно. Конный шикарно. Легкий всадник. Очень хорошо. Давайте всех остальных тоже забирать. У нас очень мало очков снабжения. Что нам требуется? Нам требуется с вами какой-то небольшой отряд. Где-то рыл так в 40 хотя бы, чтобы мы могли хоть что-то против них сделать. И мы сможем... Вот, три орка. Давайте их убьем. 3,8, 3,7. На, очень... разведчик. И мы их не догнали. Ладно. Нам с вами требуется найти какой-то отрядик поменьше, поудобнее, так сказать.
нас 50. Где-то здесь бегала армия. Вполне возможно, что они уже все вместе здесь. Есть такой не слабый шанс. Да, вот 402. Так, ну мы просто сейчас бегаем туда-сюда без особого толку. Так, это плохо, очень плохо. У нас мало очков снабжения и нет врагов, таких, которых мы сможем. Вот. Нет, нет, не убивайте ради всего святого. Вот. Сюда. Быстрее. Есть шанс. Есть. Ну, естественно, мы. Но хотя бы мы можем взять очки снабжения. Тратим их только больше. Хорошо. Но эта армия, она нам пригодится очень сильно. Так, у нас кто-то готов к повышению. Легкий конник. Хорошо. Опять кто-то готов к повышению. Конный разведчик. Так, тут бегают наши. Очень большая армия на самом деле. Если они идут на чертоги, то это будет очень неплохо. Догонят или нет? Он догонят сейчас. Да, догнали. И тоже. Далее. Хорошо. Очень хорошо. А, плохо, что мало ребяток нам попало. Но нам попало. Очки снабжения очень неплохо, очень хорошо. И у нас плюс кто-то готов к повышению. Конный лучник. Конный разведчик. Легкий конник. Хорошо. А, кого ждем? Чего ждем? Интересно, кого он ждет? Вот, Рохан начинает уже теснить. Мне бы очень хотелось сначала чертоги все-таки разбить, а потом уже поехать к Рохану. У меня по заданию требуется 7 вражеских, да, 7 пленных врагов, но у меня только 4 пока. Чего вы ждете? Вы можете объяснить кто-нибудь? Вот, прекрасно, они двинулись. Я все же надеюсь, что они двинулись сюда и будут уже сражаться за чертоги. Трандуиль опять бегает. И
Прекрасно. Такие экономные очки, мы быстро их получаем. Очень неплохо. Особо ничего не делая. Это очень удобно на самом деле, но есть и некоторые вещи, которые мне не нравятся. Например, вот почему они уезжают. То есть сейчас мы спокойно могли напасть и разрушить. Хотя, возможно, я чего-то не знаю. В любом случае, мне нужны еще три. Еще три. Три. Да, три. Пленных. После чего уже можно будет о чем-то говорить. Да, плюс у нас же появились очки снабжения. Это очень хорошо. Мы можем что сделать? Верно, съездить в казармы и собрать еще немножко воинов. Очень хорошо. Вот, прекрасно, у нас уже будет 50, а не 59, а не еда. Простите. Забыл, у нас заканчивается еда. Нам нужно на полевой склад. У нас очень мало еды. И это плохо. Нам нужна еда. Давайте в главный лагерь съездим, возьмем еды. Так, хорошо, склад. А, здесь только говядина. Что-то странно, мало еды. Давайте еще в северный. Аванпост съездим. Нам очень нужна еда. У нас ее очень мало. Полевой склад. Нет, ничего нет. Давайте посмотрим, сколько тут войск сейчас. А сейчас тут нехило войск на самом деле. И насколько вижу, король не собирается успокаиваться. Он так и накидывает все больше и больше войск. Плюс с той стороны еще в Рохан выдвинулись все союзные войска, Мордор, Умбар, и они могут просто сейчас все захватить. Давайте посмотрим, под осадой все находится или нет. Под осадой. Нет. Пум-пум-пум, это плохо. Нам с вами надо бы поучаствовать в этой засаде. Под осадой, точнее, в осаде. У нас еще кто-то лучник. Все это очень неудобно и очень не вовремя на самом деле, потому что с одной стороны чертоги очень далеко находятся, с другой стороны все Рохан уже тоже разваливают, и он очень далеко тоже находится. Это очень неудобно. Тон-тон-тон. И я не знаю, куда нам двигаться. То есть мы с вами находимся в таких, знаете, тот момент, когда надо двигаться, неизвестно куда. Хорошо, давайте посмотрим, что с осадой. Все-таки Рохан уже под осадой находится. Да куда ты едешь, боже? Меня начинает бесить это управление. Просто он едет куда попало.
Знаете, такое чувство, что вот ребята из Ubisoft делали игру. Потому что у них тоже при переносе на ПК игр очень фигово с управлением. То если вы смотрели прохождение Кредо убийцы, то там заметно в некоторых местах. Но он просто то прыгает в другую сторону, то в принципе делает вообще непонятные вещи при беге. Хорошо. Сейчас мы с вами подъедем к Рохану, посмотрим, что с осадой. Если осада начнется, поучаствуем в ней. Я на данный момент с вами прощаюсь. Будем уже разбираться дальше, что делать, куда бежать. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.